Здравствуйте, меня зовут Саран Сигор, и я хочу вам рассказать про свой проект 3D Лабиринт. Однажды мне в руки попалась игрушка. Куб с прозрачными перегородками, внутри которого находится стальной шар. Цель игры состоит в том, чтобы провести шар по лабиринту из одного места куба в другое. Я решил сделать свою версию этой игры с электронным управлением. Мой 3D лабиринт отличается тем, что управлять наклоном куба для перемещения шара по лабиринту нужно с помощью электроники, специальным джойстиком. Для того, чтобы куб можно было наклонять по двум осям, я решил использовать часть конструкции карданового механизма, который часто применяют в автомобилестроении, а именно крестовину кардана и фланц. Крестовина, закрепленная между фланцами, позволяет осуществлять независимый наклон куба по двум направлениям и в то же время является центральной точкой опоры для всей конструкции. В качестве механизмов, которые будут обеспечивать наклон куба, я решил использовать стандартные сервоприводы. Для моего проекта на вал сервопривода я установил рычаг с тягой, которая связана с нижней плоскостью куба. Подавая разные управляющие сигналы на сервопривод, рычаг устанавливается в необходимую позицию и с помощью тяги наклоняет куб. Два сервопривода позволяют обеспечить наклон 3D лабиринта по двум направлениям. Реализовать мою идею в жизни помогло оборудование ЦМИД «Действуй». Основным материалом для изготовления 3D-лабиринта стал прозрачный акрил. Из него изготовлен сам куб, а также элемент крепления сервоприводов и основания конструкции. Все детали я начертил с помощью программы 3D-моделирования SolidWorks и вырезал на станке лазерные резкие гравировки. Для сгибания деталей из акрила я использовал термогибочный станок. Отдельные детали моего проекта я изготовил с помощью 3D-принтера. Большее количество времени у меня заняло изготовление самого куба с лабиринтом внутри. Для каждого уровня требовалось закрепить перегородки препятствий. Общее количество уровней в моем кубе 9. Необходимо провести стальной шар с самого верха куба от входа до отверстия выхода на самом нижнем уровне. После сборки 3D лабиринта мне осталось только подсоединить джойстик, в качестве которого я использовал стандартный сервотестер на 2 канала, и попробовать провести шар по уровням лабиринта. Результат получился лучше моих ожиданий. Посмотрев на реакцию людей, кто попробовал пройти мой 3D-лабиринт, я понял, что его можно использовать на различных интерактивных выставках и шоу, а также в музеях занимательных наук. Спасибо за внимание.